Музыкальная карьера отца вдохновила его стать певцом, а мечта привела на сцену нашего шоу. Давайте узнаем, как готовился к полуфиналу Сухроб. Падали, падали вновь с высоты. Падали, но верили, что останемся вместе. Но все стало без тебя не так. Тратили время без остатка на других. Думали, весь мир подождет лишь на своих. Его сдержанность на сцене – это какая-то его особая фишка. И вот большой вопрос, будет ли он, так сказать, разыгрывать эту же карту сегодня в полуфинале или попробует показать нам другого Сухроба. Мой отец – это мой наставник, я слушаю его мнение, его совет. Это для меня очень помогает. Когда я увидел, как отец поет песни, и мне очень это понравилось, я в этот же момент решил, что я буду... Как отец, стану певцом. Пение, творчество, вокал – это больше, чем жизнь для меня. Я не представляю себя в другом сфере. В полуфинале я выбрал классную песню. Эта песня будет на русском языке. Эта песня исполнил легендарный певец Мурат Насыров. Эта песня называется «Я – это ты». Мы приготовили эту песню, сделали новую музыку. Салам алейкум! Привет, Сухроб Джон. Я очень рад, что ты прошел в следующий тур проекта «Центральная Азия ищет таланты». Мне жаль, что я не смог проводить тебя. Прошу Всевышнего, чтобы он дал тебе силы для успешного выступления. Желаю тебе только счастья и благополучия. Уверен, что ты вернешься к нам с высоко поднятой головой. Люблю тебя, сын. Папа, спасибо за пожелание. Я тебя не подведу. Я постараюсь выиграть на этом проекте. Бессмертный хит Мурата Насырова «Я – это ты» в исполнении Сухроба Одиназада. Пусть говорят, мы редко видимся с тобой. В сердце всегда ты со мной, ты со мной. Пусть говорят, что не судьба нам быть вдвоем. Люди твердят об одном, но я – это ты, ты – это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Я – это ты, ты – это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе. Лето прошло, и наступили холода, но все равно мне нужна ты одна. Вряд ли поймет тот, кто не любит и не ждет, а за окном снег идет, снег идет, но это ты, ты – это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Я – это ты, ты – это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе.
это ты, где это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Я это ты, где это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Сухроб Одиназада, Таджикистан. Как настроение в целом? Понравилось выступать в полуфинале? Да, очень понравилось выступать в полуфинале. Скажи, почему такой выбор песни? Я давно слушал эту песню, потому что Мурат Насыров мне очень нравится. Он творчески очень хорошо поет. Я выбрал эту песню, потому что моя вся семья слушает его песню. Я считаю, отличный выбор. Нурлан, вы нажали на красную кнопку. Почему? Ну, давайте начнем с того, что я очень хорошо знал Мурата Насырова, да? Мы много лет работали вместе, дружили. Ты понимаешь, эта песня такая, ты ее просто спел, а надо было прожить это. Я это, ты это. Понимаешь, да? То есть должны быть чувства. А ты вот, у тебя ничего такого не было. А вот ты просто вышел так. Ай, ну ладно, спою там. Так нельзя делать на сцене. Если ты поешь, ты должен вдумываться в каждые слова, в каждой строчке. Ты должен понимать, о чем, что он хотел этим донести. Очень такая необычная подача, но вот не увидел я тебя. Или она еще для тебя сыровата, еще, или ты не, может быть, мало готовился к этому. Сухроб, я ждал большего. Вот, тем не менее, такое вот прочтение этой песни, подача, это что-то свежее. Но в целом сам номер, к сожалению, не впечатлил. Ну, то есть, видишь, очень многие полуфиналисты дают больше, чем 100%, 200, 300, 1000. Ты сегодня дал, ну, на мой взгляд, где-то 90. Это хорошо, но несколько недостаточно для полуфинала. Вот. Но опять-таки, напоминаю, решают наши зрители, так что слово им. Сухроб на прослушивании был тоже очень красив на сцене, но тогда я посоветовала быть более эмоциональным. Да, он выучил песню, ему нравится красивая песня, но он ее не спел. Он ее просто произнес. Я это, ты это. Это не говорит о том, что плохое выступление. Мы говорим вам о ваших ошибках, чтобы вы в дальнейшем исправляли и шли вперед.